Продавец испугалась и даже сопротивление оказывать не стала. Она молча наблюдала за всем со стороны. Вот так в садке мужчина забрал ящик для пожертвований благотворительного фонда. Пьяным он пришел в магазин и словно варвар вырвал его. Конструкция была установлена на витрине. Неравнодушные к чужим бедам люди скидывали туда деньги. Но этот человек, видимо, решил, что средства ему нужнее. Внутри было 4000 рублей. Продавец была напугана и даже не пыталась его остановить. Позже мужчину задержали и им оказался 50-летний местный житель. Деньги изъяли и вернут в благотворительный фонд. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Кража». А этот парень на глазах у продавца вынес из магазина в Магнитогорске плюшевого медведя. Вечером в цветочный пришли двое. Один из них схватил плюшевого медведя и вышел из магазина, не платив товар. За всем этим наблюдала продавец. Она попыталась остановить друга похитителя. Но тот лишь развел руками и отправился следом за товарищем. Сейчас молодых людей ищут. Подано заявление в полицию.